Снег почти растаял и обнажил скопившийся за долгую снежную зиму мусор. В Ульяновской области сегодня состоялся субботник. На улицу вышли не только коммунальные службы, но и неравнодушные граждане. Я очень рада тому, что начались областные субботники, как бы в прошлом году, к сожалению, не было таких мероприятий, а сейчас вот первый раз в этом году, первый апрельский субботник, мы вышли, убираем сквер, конечно, погода сегодня хмурится, но все равно хорошее настроение и очень нравится делать город чище, видим сразу результат, от этого, конечно, настроение поднимается очень. Александра на субботнике по зову души. В ее взрослой жизни это шестой субботник. Она любит благоустроительные мероприятия и старается принимать участие во всех. Однако это не всегда удается. Это не последний субботник в этом месяце. На сегодня у нас проходит во всех населенных пунктах региона первый общеобластной субботник. В его проведении задействовано порядка 20 тысяч человек. Здесь как сотрудники государственных учреждений, школьники и студенты, работники предприятий и других ведомств, так и активные неравнодушные люди, члены организации ТОС. В проведении субботников заинтересованы многие городские власти непосредственно. Привести город в порядок за короткий срок – дело непростое, и ни одни руки не лишние. Инвентарь найдется всем, работа тоже. Наша задача – привести в кратчайшие сроки город в надлежащее состояние. Я хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся, и предприятия, частный бизнес, и наши муниципальные предприятия откликнулись для того, чтобы привести город, в котором мы сами же живем, в порядок. И всем приятно, когда и в парках, и скверах, и во дворах у нас чисто, комфортно и уютно. В планах на месяц ворошение снега, уборка листвы и прочего мусора, осмотр и уборка чердаков и подвалов, высадка клумб и газонов. Впереди самый главный праздник нашей страны – 9 мая. Жители области и чиновники единодушны. К этому времени Ульяновская область должна сиять чистотой. Павел Половов, Владимир Куликов, Улправда ТВ.